Всем привет, с вами Мария Блинова. Мы с вами сегодня смотрим очень красивый отель, который называется Alibay Resort, и находится он в заповедной зоне Саргун. Это район Сиде в Анатолийской Турции. Необычно этот отель в первую очередь своей зеленой территорией. Такую зеленую территорию не всегда встретишь в Кемере, а здесь, в Сиде, она есть. Только посмотрите, все буквально утопает в зелени. Очень комфортно отдыхать летом, когда палящее солнце, везде есть тенек, везде все закрывается деревьями. Отдельно хочу выделить зону спа. Вы также сейчас ее видите на видео. И бассейны, пейзажи и бассейны. Посмотрите на видео бассейн, очень тихий, он просто действительно утопает в соснах. И если показать человеку, который не знает, он никогда не подумает, что это где-то в Сиде снято. Alibay Resort, он относится к категории 5 звезд Superior. Все-таки я бы не отнесла это к такому честному делюксу, потому что здесь есть, например, такие пережитки, как платный фитнес-зал. Но все очень достойно, классическая Турция. Хочется всегда присесть в кафе, очень красивые виды. Отель сделан в таком османском стиле. Кстати, если вы видели отель Гюрал Пелек и Гюрал Текирова, то они очень похожи с этим. Посмотрите, какой здесь шикарный пляж. Он очень длинный, очень широкий, и пляж это еще одно из достоинств этого отеля. Песок для деток идеально. Съемка сделана в апреле, здесь бар еще строят на пляже, но он есть. Вообще отель достаточно спортивный и активный. Сюда летом приезжают отдыхать, а вот в межсезонье, в том числе, чтобы играть в теннис. Вот детский клуб, вы видите. Детский клуб с открытой зоной, с закрытой зоной. Все здесь есть, чтобы развлечь детей. Есть даже лего-комната. Также в детском клубе есть бассейн с такими водными брызгалками. Комната для малышей, где можно покормить ребенка, пеленальный столик, комната матери и ребенка, все это есть. Также здесь могут уложить даже детей спать. То есть детский клуб, он работает практически целый день, как и положено в настоящих сильных пятерках Турции. Если говорить об архитектуре здания, которое утопает в апельсиновых, в том числе деревьях, она невысокая, двухэтажная, все номера располагаются в этих корпусах и очень внутри интересный стиль. Посмотрите, какие красивые, интересные балконы, которые также утопают в зелени. И сейчас вы увидите номер внутри. Между ванной и спальной комнатой здесь вы видите стекло, там, конечно, закрывается жалюзи, но также есть и ванные без этого стекла, это можно указывать при бронировании. С этого года, с 23-го, во всех номерах Alibay Resort появилась кофемашина. Наполнение мини-бара также достойное, там есть и вино, и пиво, и шоколад. Вот так выглядят все номера. Конечно, этот отель не подойдет любителям современного, минималистичного или бохо стиля, но зато отлично зайдет семьям или просто людям, которые любят зеленые, спокойные отели, ориентированные, наверное, все-таки на европейского туриста. Россиян здесь не так много, как, например, в Гюрал Текирова, да и вообще в районе Кемера. Здесь традиционно в Сиде очень много европейцев. Сейчас вы видите Family Room, двухкомнатный номер. На мой взгляд, главные плюсы этого отеля – это, конечно же, территория, это море, это хорошая гастрономия.
Если вам нужно место, где вас будут постоянно развлекать, какая-то шумная анимация, это точно не сюда. Здесь вас ожидает спокойный, размеренный отдых. С вами была Мария Блинова, эксперт по красивому отдыху. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик и подписываться. Кстати, по QR-коду на вашем экране вы можете найти меня в Instagram. Я желаю вам прекрасных путешествий, конечно же, с нами!